сообщает ТАСС о протоиерее Цыпина заявлении, что Синод УПЦ должен был согласовать с РПЦ решение о мироварении. И совершенно справедливо этот протоиерей, профессор Московской духовной академии, отметил, что это шаг к автокефалии, то есть разрыву связи УПЦ МП с Московской патриархией. Интересно будет наблюдать, этот чем закончится скандал. И пребываю в его разрешении, нетерпении, пока либо очередной, с призывом понять пословицу: когда в хвосте начало, то в голове мочало. Загружу на свой YouTube-канал. Да, сочувствую, не завидую я РПЦ МП. Она становится токсичной организацией.